Внимание, внимание! Исторический момент! Настя Каменская, Российская Федерация! Ты что, уже снимаешь, да? Да ты настоящий чемпион! Поездка в Финляндию пошла на пользу! Настя, Настя, аккуратней! Не надо мне никакого укола, да, потому что я не сумасшедшая. В чем дело? Оставьте не надо нарушать режим, ложитесь в кровать. Да, конечно, не надо нарушать режим. Валерий Николаевич, нам нужна ваша помощь. Оставьте меня в покое. Так, ложимся, все. Ложимся, успокаиваемся. Все, я сказала. Не надо нарушать режим. Уберите эти свои уколы. Ложимся, все. Мы сделаем, и сейчас все будет хорошо. Вася, что вы с ума сошли? Не надо никаких уколов. Асенька, что случилось? А? Пожалуйста, Валерий Николаевич, мы разберемся сами. Пожалуйста. Валерий Николаевич. Ладно, пойдемте. Спасибо. Господи, боже мой. Господи, боже мой. Ася. Асенька, что случилось? Все, оставь. Мама дорогая. Прости. А где второй? А? В окно выбросила. Зачем? Да потому что я его сломать не смогла. Ась, ну что ты опять здесь устроила, а? Ась, понимаешь, я пока не смогу тебя навещать каждый день. Срочная работа подвернулась. Поживу пока в Жуковском. Поживи. Но Гордееву своему Колобку так и передай, что я отсюда сбегу. Понял? Не сегодня, так завтра. А при чем здесь Колобок? А что? Это не он приказал держать меня здесь? Тут еще такая штука. Позвонила твоя мама. У тебя там какие-то родственники, у них ребенок заболел. Вот. Его направили в Москву. Ты их пустил в нашу квартиру? Ну, я подумал, если ты все равно здесь пока лежишь. Ну, давайте помянем. Земля пухом. Виктор Алексеевич, а что, совсем с головы плохо у Настасьи Павловны? Была б у тебя такая голова, я б тебя на свое место посадил, а сам бы на пенсию пошел. Мозги... Это такая тонкая материя, особенно если женские. Ну, тебе, Мишань, не понять. Да ладно вам. Ты принес, что я просил-то? Да, сейчас. Вот. Это чего? Эскизы, как вы просили. Я помню, что я просил. Юрка? Это. Что? Что вот это? Художник сказал, что в металле будет это очень эффектно выглядеть. Ну, а как бы внутренний мир передать, так, аллегория ничего. Как бы будет. Ну, вот так вот, если... Давай без всяких аллегорий. Нужен нормальный, классический памятник надгробия. Бери своего художника, иди в музей и учитесь.
Слушай, ну говорила я с ее врачом. Нет смысла больше ее здесь держать. Кость срослась нормально, смещений нет, нерв не поврежден. Может, еще какие-то исследования нужны? Там, ну я не знаю, эти самые, как их, ну, процедуры там, и прогревание, ванночки, массажи. Так, я тебя твоих бандитов учу ловить? Нет, вот и ты меня не учи. Бывает, правда, что иногда чувствительный нерв соединяется с болевым, но это крайне редкий случай. Меня эти тонкости совершенно не интересуют. Как болело, так и болит. Прошло 2 месяца, а толку чуть. Да у нее не здесь болит, у нее здесь болит. Радость. Еще радость. Испуг нет. Нет. Очарование. Слезы. Грубость. Тоска. Замечательно. Ну что ж, я довольна. Негатив практически полностью ушел. Реакции в норме. Вот тут только имеются некоторые изменения по сравнению с прошлым разом. Что-то вас тревожит. Возможно, близкий человек. Нет, хотя и не самый близкий. Фантастика. Фантастика. Галина Васильевна, скажите, как у вас это получается, а? Электрокардиограмма вас не удивляет? То, что у вас здесь, также поддается диагностике, как и прочие органы. Так что тут никаких фокусов. Галина Васильевна, у меня очень большая просьба к вам. У меня очень тяжелая ситуация у моей подруги. Вы должны ей помочь, Галина Васильевна. При чем здесь сумасшедший дом? Ты про Фрейда знаешь? Угу. А про психоанализ слышала? Которая? Вот это совсем не то. Угу. Ну что, Угу, ты слышишь, что я тебе говорю? А? Слушай, Тамильна, если бы у меня голова болела, я бы лежала в другом отделении. Она опять за свое. Это не шарлатанство, это тетка доктор наук. Она сама разработала эту методику, понимаешь? Чего ты смеешься? Ты будешь ей звонить? Я договорилась. Нет. Люди полгода к ней записываются. Будешь? Ну и дура. Еще вам магнитофон. Хорошо. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. А можно Галину Васильевну? А кто ее спрашивает? Вы знаете, моя подруга договорилась с ней насчет меня. Ну, вроде как консультация. А консультация какого рода? А с кем-то я разговариваю. А я с кем разговариваю? Мишка, ты что ли? Я? Настасья Павловна, вы? Ну да. А что ты там делаешь? Ну как что, работаю. В смысле? В прямом. Осмотр квартиры потерпевшей. Что, ограбление? Да нет, убийство. Что-то случилось, Настасья Павловна? Алло. Ой, Господи. Ой. Может, я действительно с ума схожу? Да что же я за человек такой, а? Что, куда не сунусь, трупы? Дорогу. Больная Каменская. Извините. Вернитесь в палату. Извините, извините. Вернитесь в палату, Каменская. Да пошли вы. Сейчас прямо взяла и вернулась обратно в палату. Думаю, больше делать нечего. Как
только сидеть в вашей палате. Ой. Настасья Павловна, вы куда? Ну, я сказала, отстаньте от меня. Настасья Павловна, вы что? Ну, что ж? Я... А что ты стоишь? Помогай давай быстрее. Это вам цветочки. Ага, сейчас в зубы, что ли? Где твоя машина? Давайте я сумку. Вон машина? Там. Где? Вон там. Скакали. Ну, поехали, что стоим-то? Куда? Ну, туда, я не знаю, куда. Лишь бы отсюда быстрее. Домой? Нет у меня дома. Как это? Ну, вот так, это долго объяснять. Слушай, вези уже куда хочешь, пожалуйста. Иди. Поехали. Да, Колобок мне голову оторвет, это точно. Ну вот, Настасья Павловна, мое родовое гнездо. Угу. От бабки досталось. Полгода назад умерла. Здесь? Да нет, в городе болела она. Вот теперь моя собственность. Давайте-ка я вам помогу. Не надо, не надо, я сама. Тогда я пошел, открою. Давай. Проходите, Настасья Павловна. Боже мой! Господи, это сколько же тому лет? А? Ну, лет 100, не меньше. Там второй этаж? Да, там еще две комнаты. Ух ты! Вот сюда проходить, здесь столовая. Слушай, как здорово! Да, порядок, идем все сюда. А там что? Где? Вон там. Там вторая половина дома. Бабуля ее на лето обычно сдавала. Да? И что, желающие были? Да. Огромное количество. Места-то вон какие красивые. Да, и удобства на улице. Да нет, обижайте, Настасья Павловна, удобства внутри дома. Да. Единственное, газа нету. Если холодно будет, есть вон печка, дрова во дворе. Трава на дворе. Ну да. Ну, если не нравится, я могу обратно отвезти. Нет, мне нравится. Я чаю хочу. Хорошо, сейчас организую. Здесь? И чай, и тепло будет. Ага. Миша, Алло. Такой вкусный чай. Ты что-то намешал сюда? Да это не я. Это моя бабуля. Mm-hmm. Ты ее за ее запас. Она же травница была. Mm-hmm. Вкусно. Настасья Павловна, а чего звонили Анечковой, а? Подруга попросила. Mm. Мне вот эти вот мозгоправы ваши абсолютно не нужны. Понятно. Что тебе понятно? Понятно, что вы не псих. Рассказывай, что там произошло. Ну, что произошло? Картинка похожа на ограбление. Нашли ее утром собачники во дворе. С вечера она там лежала. Mm-hmm. Сейчас будет горячее. А поподробнее? А поподробнее. Убита была между 20 и 21 часом. 3 удара ножевых. Все в грудь. Mm-hmm. При себе ни ценности, ни... Не драгоценностей. А что, при ней могли быть большие какие-нибудь крупные деньги? Да вы сами понимаете, Настасья Павловна. Любой наркоман отморозит, для него 500 рублей целое состояние. Mm-hmm. Ну, а родственники? Жила она одна. У нее еще племянник есть. Гена Анечков. Приходит к ней с деньгами. Соседи опросил, сказали, еще тот перец. Не работает, не учится, живет по знакомым. Откуда она так шла поздно? А, сейчас. Вот. Риттер Валерий Станиславович, финансовая компания «Планета». Откуда ты знаешь, что от него шла? У нее в записной книжке было записано. Тетка дотошная была, все конспектировала. Mm-hmm. Слушай, а что, клиент, что ли? Да откуда я знаю. Раз 5 звонила ему, мобильный не отвечает. Секретарша говорит, занят. Не надо было звонить, надо было ехать. А зачем? У этой Анечковой целая кипа этих визиток. Ну, мало ли что, она с ним собиралась встретиться. А если вечером? Она пошла бы за хлебом, ей какой-нибудь дурак по башке дал бы. Я что, должен с директором хлебокомбината, чтобы встречаться? Вот это вот все ты будешь утром на планерке говорить. Понял? Я не с луны свалилась. Я прекрасно понимаю, что этим ты заниматься не будешь. Этим будут заниматься местные. А ты должен заниматься Риттером. Ну, хорошо, Риттером так Риттером.
Привет. Здравствуйте. Мне нужно поговорить с вашим шефом. Риттер Валерий Станиславович. Угу. Он сейчас занят. Здрасте. Я из милиции. Старший оперуполномоченный майор Доценко. Я хотел поговорить бы с Валерием Станиславовичем. К сожалению, генеральный не сможет вас сейчас принять. Я все равно хотел бы с ним поговорить. Я его заместитель и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Меня зовут Анита. Михаил, очень приятно. Вы по поводу Галины Васильевны? Вообще-то я вам еще ничего не говорил. Мы узнали о том, что с ней произошло сегодня утром. Дело в том, что в это самое время она должна была находиться здесь. Многие наши сотрудники пользовались ее услугами. Какими услугами? Услугами психолога. Понимаете, сотрудники руководящего звена часто испытывают очень сильное эмоциональное напряжение и стрессы, как результат депрессии. И, естественно, со временем это начинает сказываться на качестве работы. А Галина Васильевна помогала справиться со всем этим. А вы не знаете, где ее компьютер? Понятия не имею. Но, возможно, она взяла его с собой. Присаживайтесь. Спасибо. Анита, мне еще нужны анкеты всех сотрудников, кто обращался к услугам Анечковой. Вот, пожалуйста. Здесь паспортные данные, должности, имена. А... Я предполагала, что вы придете, и подумала, что вам это может понадобиться. А... Подождите, Риттер. Вы Риттер? Да, это я. Галина Васильевна работала и со мной. А ваш шеф и вы? Я его сестра. Ага. Это наш отец. Он основатель фирмы. К сожалению, полгода назад отца не стало, и теперь компанией управляет его сын. А Риттер Ларисова, финансовый директор, а она? Это его жена. Жена. Извините, пожалуйста. Анита Станиславовна, я насчет пригласительных. Для вас сколько выписывать? Я сейчас занята, я потом к тебе зайду. Извините. Знаете, мне тоже пора идти. Намечается торжество? Да, у нас юбилей 10 лет в фирме. Ага. Так что будет прием. Если хотите, приходите. Да, боюсь, не получится. Много работы. Я могу вас проводить. Я найду дорогу. Спасибо за анкеты. До свидания. До свидания. Привет. У себя? Да. Подождите, туда нельзя ли? А вам уже что-нибудь известно? То есть? Меня интересуют обстоятельства смерти Анечковой. Вы знаете, я привык к тому, что я задаю вопросы, а мне отвечают. Я тоже. Только я, в отличие от вас, могу много заплатить за ваши ответы. А у меня тоже кое-что есть для вас. С какой целью вы вчера вечером хотели встретиться с Анечкой, Галиной Васильевной? Это она хотела встретиться со мной. Зачем? Понятия не имею. Она позвонила мне через моего секретаря, сказала, что очень важное дело, что это не телефонный разговор, я назначил встречу, она не пришла, вот и все. А что делает ее компьютер здесь? Так, чисто любопытство. Говорят, вы знаете, она очень легко человеку проникала прямо... Ну и потом, вы знаете, мои подчиненные интересны. Я могу полюбопытствовать? Да-да, конечно. Только я боюсь, вы потеряете много времени. Поверьте, там ничего не понятно. Разберемся. А, так возьмите сумочку, с ней все-таки удобнее. Спасибо. Yeah.
Ой, извините. Смотреть надо, извините. Простите, Бога ради, я не хотел. Я вам сейчас... Давайте-ка я вам помогу, хорошо? Сейчас, подержите секунду, я подниму. Сейчас, ноутбук. Да. Давайте. И куда нести? Ну, пойдемте. Что-то раньше у нас не видела. А я новенький. Нет, серьезно. А вы из налоговой? Откуда это у вас? Ваш супруг мне дал. Мне надо идти. До свидания. До свидания. Одно и то же. Ну да, ерунда какая-то. Ничего тут дельного и нет. А с какой стати ты думаешь, что здесь может быть что-нибудь дельное? Да потому что все это из-за Ритера, Настась Павловна. Зачем ему предлагать мне деньги по поводу информации дела Анечкова? Зачем? Значит, он считает, что это как-то их касается. Либо чего-то боится. А чего боится? Ладно. Отвезу я эту оргтехнику обратно, да и дело с концом. Не-не-не-не. Оставь. Мне все равно делать нечего. Я посижу, кроссворд погадаю. Ну зачем вам, Настасья Павловна? Вы же болеете. Значит так. Еще раз ты скажешь мне про мою болезнь, я возьму костыль, ударю тебя по башке. Есть замерзните, там в шкафу есть еще одеяло. Иногда свет вырубают, но это редко бывает. Свечки есть. Если что, звоните мне. Все, я пошел. Все нормально. Ага. Я не дрожу. Ты что, это я просто занимаюсь физкультурой. И не только физкультурой. Нет.
Еще у нас процедуры всякие, прогревание, физиотерапия, да, все. Ну, это, знаешь, да, раньше мне не нравилось, а сейчас мне очень нравится. Да, нет. Нет, здесь просто замечательно. Ага. И они все такие внимательные, я прямо, знаешь, обласкана. Вот я... Вниманием. А это костыль упал у соседки по палате. Он у нее все время падает. Нет. Вот этого делать не надо. Пожалуйста, даже не вздумай приезжать. Если ты приедешь, то я обижусь, понимаешь? Ты мне опять что-нибудь и испортишь в моем лечении. Все, я тебе буду звонить. Все, пока, пока. Нет, медсестра пришла, уколы будет делать. Пока. Открывай! Это я! Настя! Доценко! Доценко! Зайди на минуточку! Не боись! Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Закрывай дверь. Ну-ка. Так, расскажи-ка мне, как это называется? Виктор Алексеевич, я ни при чем. Это Настасья Павловна попросила. А если бы она тебя попросила сломанную ногу отпилить? Ну, а что ей там делать в госпитале? Ну, 3 месяца она лежит, как колода. Там нормальный человек свихнется. Не в том смысле, что она ненормальная, она нормальная. Молчи. Ты подумал, каково ей там одной? Да лучше ей там будет. Это почему же? Ну, как, по-любому ходить придется, вот и расходится. Ага. Народная медицина, значит. Ага. Ну, вот что, психолог. Если с ней что-нибудь там случится, то я тебя тоже малость полечу. Но своими средствами. А, кстати, психология-то... как у тебя это с делом этой самой специалистки по мозгам? Да пока никак. Если это убийство с целью ограбления, тогда это глухарь, Виктор Алексеевич. А что значит «если»? У тебя есть варианты? Да это не у меня. Так. Ты вот что, ты Настасью в свои дела запрягать не смей. Не хватало, чтобы она еще за тебя работала. Да я тут при чем? Ну, она же сама... Все! Ну... Я сказал все! Виктор Алексеевич, пару минут назад Ольшанский звонил. Нашли они племянничка Анечковой. Ух ему. Наша служба и опасна, и трудна. Да, странно. И будет свет? Не знаю. Ну-ка. Посмотри. Прометей. Ну, вот, горит. Здорово. Ты все сделал, как я тебя просила? Да, все посмотрел. И за домом, и возле калитки. Никаких следов, ни окурков, ни поломанных веток. Хорошо. А ты действительно кого-то видела? Ну, ночью мне показалось, что видела. А сейчас? Сейчас нет. Вкусненько. Mm-hmm.
Ну, хочешь, поехали со мной. Поживешь у нас, в Жуковском. Я со своими родителями ужиться не могу, а ты хочешь, чтобы я с твоими ужилась? Только никому об этом не рассказывай, ладно? Ладно. Только я не понимаю, зачем такие тайны? Они думают, что у меня крыша поехала. А после этого знаешь, что обо мне будут говорить? Ну и как ты тут будешь одна? А мне сейчас здесь очень даже нравится. А что будет ночью? Поехали. Здрасте. Привет. Здорово. Вот, полюбуйся на красавца. Наследство требует, причем срочно. А чё? Я у него единственный родственник был. Гена? Ничего, что я тебя на ты, Ген? Ген, а тебя не смущает, что твою тетку убили? А чё мне смущаться-то? Я-то при чем? Ну как при чем? Ты единственный наследник, значит, главное заинтересованное лицо. Да, по-моему, все очень логично. Не догоняешь, что ли? Нет. Ну, по элементарной логике, тетку грохнул ты, ну, из-за наследства. Не докажете. Предупреждаю сразу, будете бить, я все подпишу. А на суде скажу, что заставили. Плохо он нашу систему знает. Понимаешь, начальство от нас результат требует. Нам дело надо закрыть. А вот что там на суде будет, это одному Господу Богу известно. Суде? До суда-то дожить еще надо. Что ты? В СИЗО всякое бывает. Так что давай колись. Кому из своих корешей про тетку рассказывал? Не помню, а может, говорил кому? Так ты напрягись и вспомни. Давай, давай, напрягайся. Вот тебе. Вот тебе сейчас. Бумажечка. Вот эта ручка. Давай, пиши, пиши. Вспоминай, вспоминай. Вспоминай. Да поразборчивай, пиши ты. Давай, давай, пиши, пиши. Как там ваша Каменская? Да ничего, потихонечку ковыляет. Что, до сих пор на костылях? Ай-яй-яй. А ты посоветуй этот змеиный яд, говорят, помогает. Внутрь, наружу? Да, и так помогает. Кстати, насчет Каменской. Слышь, мыслитель, хорош мозгом скрипеть, отвлекись на секунду. Может, ты с кем-нибудь из клиентов своей тетки встречался? Не, она не любила. Может, что-то видел, что-то слышал? Да. Я к ней по понедельникам приходил. А по понедельникам у нее неприемный день был. Если к ней кто-то приходил, она меня выгоняла. Подслушивал? Ну, может, с кем-нибудь ругалась или кто-то угрожал твоей тетке? Баба к ней какая-то приходила. Дайте вам помочь. Поймите, этот человек очень опасен. И вы должны сами обо всем рассказать Валерию Станиславовичу сегодня же. Иначе завтра это придется мне сделать самой. Не смейте, не смейте. Успокойтесь. Вы себя не контролируете. Сядьте, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Анита Станиславовна, это майор Доценко беспокоит вас. Да. Я к вам с просьбой. Вы говорили, что у вас мероприятие намечается, ну, банкеты все такое. Да, да, да. Мне нужно приглашение на две персоны. С кем буду? Ну, с девушкой, наверное. Хорошо. Всего до встречи. Спасибо.
готова? Да, обязательно. Даже потратить. Я тебя очень прошу в следующий раз. Хватит жрать. Пить будешь, когда закончим дело. Я ее вообще не видел. Зато слышал. Так что распуши свои локаторы и слушай. Подходи к каждой женщине и слушай ее голос. Как только узнаешь, подойдешь ко мне и скажешь. Понял? Я в туалет хочу. Ну иди. Только быстро, слышишь? Это и есть ваша девушка? Да нет. Это племянник Анечкова и Галины Васильевны. А что же вы сразу не сказали? Нюансы работы, Анита Станиславовна. Хотите печенец? Ну, извините. Настась Павловна, Миша Доценко. Я облажался. Гена убили. Племянник Анечковой. Да, понял, Настась Павловна. Есть, товарищ подполковник. Слышь, отгони машину, сержант. Здравия желаю, товарищ майор. Здравия желаю. Доброе утро, родные. Я вам что сказал делать? Да искали мы, товарищ майор. Нет тут никаких следов. Да откуда они возьмутся? Ей, может, померещилось, а нам корячится. А тебе погоны для красоты нужны, да? Землю рыть надо. Дачников в поселке опрашивали? Ну, а то. Чужих никто не видел. Она там? Да. Так точно. Товарищ майор,
Нам смену сдавать? Давайте, работнички. Есть. Поехали. Ага, в следующий раз учти у нас, товарищ Павлович. Учти. А откуда артиллерия? Чистяков одолжил. У знакомого. Ого. Еще незаконное хранение оружия. Знаешь что, моя дом — это моя крепость. Оно само стреляло. Дробь мелковата, Настасья Павловна. Да ничего. То, куда я целилась, разнесло бы в клочья. А может, вы его и не видели? Показалось вам? Варю, я его видела, как тебя. Угу. Ну, я в местное отделение заглядывал, разговаривал с замом по розыску. Он сказал, что отсюда никаких звонков не поступало. Да они и шевелиться не будут, если ЧРП пока не произойдет. Я сделаю кофейку, да? Не надо. Еще одну чашку выпью, взлечу. Садись и рассказывай, что произошло. Ну, чего, пошли мы в ресторан, чтобы он его познал. В туалет попросился, я его отпустил. С моего пейджера сработал машина, сигнализация. Ну, вышел, зашел, уже трупак. Прям в туалете, два удара и оба в сердце. И никто ничего не видел? 150 человек опросил и без толку. Значит, у него был сообщник? Возможно. Теперь только остается догадываться. Причем главный свидетель. Мотива убийства у нас нету, версии нету. А Виктор Алексеевич мне голову оторвет. Ничего. Зато мы теперь точно знаем, что убийство Анечковой связано с ее работой в Паните. Может, поспишь? Не буду. Я не встану тогда. Пойду-ка я заеду в одно место. Я даже знаю, куда. Давай, давай.